Сейчас только без 5-9, и уже видно, как возле отеля вымывают и выдраивают территорию. Я надеюсь, это не для встречи со мной. Да. Надеюсь, они для встречи со мной моют полы все. Приходим. Но, скорее всего, меняется смена, и сразу все вымывают, выдраивают. Вот, смотрите, смотрите. Около 5 человек моют территорию возле отеля. Даже если будете проходиться просто по Шератону, это уже обращает на себя внимание. То, что если моют территорию возле отеля, то должен быть порядок и в номерах, и в самом отеле. Идемте проверять. Приятно видеть одних и тех же людей, что в прошлый раз, что сегодня. Нашли, какой браслет мне надеть, розового цвета. Ну, правильно. Все браслеты есть такие. Да. А, все розовые? А, я думал, может, я особенный просто с розовым. Так, и сейчас, пока будет заселять, мы идем на завтрак, я буду показывать, чем кормят. Ресторан там, да? А работает ресторан какое время? Завтрак со скольки до скольки? С 7 утра до 10 утра. Завтрак с 7 до 10. Обед? Обед с часу до 13.30. Сейчас обед с 13 до 14.30. И ужин? С 6.30 до 10. До 10? Ужин с 18.30 до 22.00. Перекусы есть? Да. А они находятся где? С 6.30 до часу. Находится под горками в аквапарке. То есть, если ты не успел на завтрак, идешь кушать на перекус. Холодные нарезки, да, ага. И сэндвичи, выпечка, угу. Чай. А после обеда перекусы есть? Да, тоже. В том же месте. Да. То есть, если в других отелях чаще всего перекусы между обедом и ужином, то здесь между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Сколько сейчас работает баров? Сейчас работает 2 бара. Один пул-бар около бассейна, аквабар. А который вот здесь сзади? Сзади лобби-бар работает с часу дня. То есть этот бар работает сейчас, наверное, допоздна, да? Да, до 12 часов. До 12 ночи. А там с 10 там до 5? В течение дня и до ужина. Понял, все, побежала на завтрак, чтобы успеть, потому что времени осталось мало. Друга, что у тебя есть? Чай, кофе, да? Да. Чай, кофе и сок. Сок. Окей. Обычный сок. Обычный сок. Да, тебе опять не надо? Окей. Все показал, аппетит набил, теперь хочу и сам что-то себе взять, позавтракать. С самого начала стоят сухие завтраки, их можно взять, разбавить с йогуртом, с кашей и кушать. Наверное, кекс возьму. Please, one кекс. One. Из фруктов я возьму. Апельсин, оранж. And желе. Желе. Two. Маленький завтрак, апельсинчик, желе и кекс. Идемте дальше. Здесь сразу готовят вот такие вот бургеры в
внутри колбаса, внутри сыр, и потом все это в гриле, в горящий гриль. То есть мини-такая шаурма, мини-бургер, разогретый, подсмаженный, и, скорее всего, хлеб будет даже хрустеть. Но мне такое нельзя, поэтому я прохожу дальше мимо. Слоеные булочки, каши, два разных вида каш, омлет. Я уже за столом, вот мой завтрак. 4 маленьких кусочка апельсина, 2 желейки, 1 кекс. И решил попробовать, просто попробовать колбасу, потому что необычная форма, не такая, как чаще всего подают в египетских ресторанах. Сейчас буду все пробовать, ну, рассказывать впечатления я не буду, потому что еды брал мало. Принесли мне еще каркаде. Там стоят стеклянные стаканы, но принесли пластиковым, но красивым. Возможно, стеклянные стаканы наливают что-то другое. Не знаю. Но они там есть. И принесли мне сразу кофе. Кофе в красивой чашечке. Что я вам хочу сказать? 4. Вот сравниваю Эль Меркато 5, сравниваю Мазар 3. Где здесь реально много. Я делал большую ставку на этот отель, потому что я его снимал, когда он еще не открылся. Я вам рекомендовал его. Когда он еще не открылся, мне он самому безумно понравился, поэтому я сделал обзор и, в принципе, минусов не нашел. Ресторан на тот момент был закрыт. Реально, я пока что еще не разочаровался. Еды много, есть сладости, сладостей тоже много, булочек печеного. И, собственно, сейчас буду кушать и дальше поселяться и показывать вам свой номер. Я уже заселился. Несколько раз у администратора спросил, как называется мой номер. Мне сказали, что это стандарт с видом на море. Действительно, вид есть, я вам сейчас покажу, потому что не хочу, чтобы меня хейтили, когда я вам показываю свой номер и говорю, что это стандарт, а оказывается, что мне дали не стандарт, а другой номер какой-то. Или говорю вам, что это семейный, а вы сами придумываете, что это стандарт. Мой номер в отеле La Rosa стандарт с видом на море. Номер номера 4220. Тоже часто спрашивают в комментариях: Саша, в каком номере ты жил? К сожалению, когда я живу за отдых в 3-4 отелях, я не помню номера этих всех отелей. Даже не обращаю внимания, какой там номер. Я помню, как туда идти, и все. Есть в номере вот такая небольшая тарелочка с печеньками. И есть также корзина, тяжелая, с фруктами. Из фруктов здесь гранат, я обожаю гранаты, есть яблоки, гуава, дыня и то ли виноград, то ли типа желейки что-то. Пишите в комментариях, были ли в вашем номере фрукты, потому что номер обычный стандарт, я не думаю, что специально готовили для съемки. Я приехал, заселился, и только по факту они узнали, может, они увидели по броне мою фамилию. Мне кажется, что фруктовая тарелка, печеньки, кока-кола, спрайт, фанта, чай, кофе, вода, скорее всего, в каждом номере. Поэтому в комментариях отпишитесь, если вы жили в отеле La Rosa, были ли у вас в номере фрукты, печенье и водичка. Теперь, что касается самого номера. Сразу у входа шкаф под ваши вещи. В номере есть сейф. Это вам не отель, Рома. Вот, есть сейф, новые, свежие подушки дополнительные. Напоминаю, что отель новый, только открылся буквально месяц назад. Здесь была реконструкция. Раньше это был один отель, они переименовали его, сделали новые названия, сделали новые корпуса, обновили номерной фонд. И сейчас это новый обновленный отель. Проходите коридор, сразу место под багаж. Сюда ставится ваш чемодан, рюкзак, вещи. Также здесь полотенце для купания. Две больших односпальных кровати. Скорее всего, даже не односпальных, а полуторки, потому что кровати большие. Есть лампа, есть телефон.
плазма на стене, есть мини-бар, холодильник, чайник, вода, напитки, место под вещи в комоде. Вот, картины. Сейчас доберемся до балкона, я вам покажу вид. А сейчас идемте в ванную комнату, в душевую, в уборную. Каждый называют по-разному. Вот, здесь душ, ванны нету, унитаз. На человека по два полотенца. Из косметики есть шампунь и гель для душа. Есть мыло здесь, зеркало, рабочий фен. И откидное зеркало еще для косметики. Вот такое вот. Неплохо, мне нравится. На улице сильный ветер, и даже по пальмах видно, что сейчас прохладно. Но если вам холодно, если вам прохладно, есть бассейн с подогревом, там можно лежать, пить коктейль, наслаждаться своим отдыхом. А уже после обеда немножко ветер сюда меньше, солнышко вылазит больше, и думаю, после обеда уже можно перебираться на пляж, загорать, купаться, наслаждаться своим отдыхом в Хургаде. Как мне ранее сообщили на ресепшене, что здесь между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином, есть маленькие перекусы. Если вы проспали завтрак, либо же где-то были в городе, не успели на обед, можно перекусить. Я сейчас выхожу на балкон и вижу, как под аквапарком, там, скорее всего, зона перекусов, там как раз сейчас готовят еду. Я вам сейчас покажу и, скорее всего, отправимся туда, посмотрим, чем же там кормят, какие там перекусы. Рома, мороженое работает? Да. Да? Нет, работает. А когда работает? Сейчас. А оно в течение дня есть мороженое? В какое время? Сколько часов? Во сколько? Twelve o'clock. Три часа? Да. Окей. А сейчас работает бар, да? Да, работает, да. Виски-кола? Виски-кола есть. Виски-кола есть? Есть, да. Бан? Да, со льдом? Со льдом. Мороженое тоже есть на баре, вот здесь сразу под аквапарком работает и выдают его с 3 часов дня. Сейчас можно взять себе напитки, а также маленькие перекусы. Из перекусов есть вот такие вот слоеные пироженки, есть кексы, маленькие бургеры. Здесь можно сесть, смотреть, как люди съезжают с аквапарка, наслаждаться их эмоциями, потом сразу пойти к морю, там поплавать, позагорать, но не в январе. В январе здесь реально прохладно. По крайней мере, еще бывают там периоды, когда сильные ветра. Я, наверное, такой период не попал, потому что с одной стороны меня шпарит солнце, а с другой стороны веет холодом ветер. Давай посмотрим, давай посмотрим. Не бать фотографировать. Окей. Пиво в среднем 55-60 фунтов. Это 3-4 доллара. Одна бутылка пива. В районе 100 гривен бутылка пива. И все есть. Это вайп. Это вино, да? Да. Это цена за бутылку, да? Да, это бутылки и стаканчики. Стакан 4 доллара, а бутылка 230 фунтов. Да. Окей, и коктейли алкогольные, и коктейли безалкогольные. Коктейли алкогольные 90-120 фунтов. Это в районе 7-8 долларов. Это кофе. Кофе эспрессо 25 фунтов.
Суп с морепродуктов суп. Есть? Это суп. Seafood суп. Seafood это морепродукты? Это... С креветками, с мидиями есть? Inside, это да. Какой? Такой? Вот это, да. Seafood суп. Если там есть в супе? И там есть? Там, какие там морепродукты есть? И еще кальмары инсайд набор. Кальмар здесь, да, есть? Да. За 50 фунтов. За 50 фунтов, да. Там большая порция? Ну, мало. Маленькая? Не маленькая. Не маленькая. Чуть-чуть. Ну, там морепродуктов много, да? Да. Вот. Скорее всего, такой суп вам в ресторане не приготовят, поэтому советую реально потратить $3 и попробовать суп с морепродуктов. Всегда они, по крайней мере, в Шарме Фаресе очень вкусные. Надеюсь, здесь тоже. Пицца есть? Паста и фрита. Пицца маргарита 70 фунтов. Пицца от 70 до 115 фунтов. Это в районе $5-7. Паста 70-75 фунтов. И есть даже паста с морепродуктов, да? Сифуд паста. Паста с морепродуктами. Короче, пацаны, по ценам я вас немножко сориентировал. Это вот веранда, которая сразу у моря. Здесь также есть кокон. Вот. Напоминаю, что здесь бар и еда платные. Я уже взял полотенце и сейчас иду на пляж. То, что я вам и говорил. После обеда ветер немножко спал, ветер меньше. И можно спокойно идти купаться. По крайней мере, не так будет холодно, как это было до обеда. Людей сейчас мало, потому что многие пошли на ресторан. И будем купаться. Если бы не ветер, было бы вообще все шикарно. Сейчас ветер немножко меньше, люди пошли обедать, людей на пляже практически нет. Можно спокойно раздеваться и идти плавать. Что я, собственно, сейчас и буду делать. Несмотря на то, что я вам сказал, что здесь не холодно, когда вылазишь с моря, с воды, обмотаться полотенцем моментом хочется. Если будете сидеть в море, то, в принципе, здесь хорошо, тепло, небольшие волны. Нам в комментариях писали, что паркуются здесь катера, яхты и весь пляж в мазуте. Весь пляж чистый, песок коричневого цвета, никакой мазуты я вообще нигде не вижу. Ну да, катера есть. Катера есть возле Белависты, вон дальше. Катера есть возле Сигала, возле Ларосы, возле многих отелей. Потому что вы бронируете экскурсию сразу своего причала, своего пляжа, отправляетесь на экскурсию. Вам далеко не нужно ехать, не нужно ехать в порт Марина, где забирают основных туристов. Вас забирают сразу с отеля. Поэтому, мне кажется, возле каждого отеля здесь, на Шератоне, паркуются корабли. Ну, не возле каждого, возле многих отелей паркуются корабли. Но море не грязно, никакой мазуты здесь нет. Пляж и море, это, конечно, хорошо, но я хочу в аквапарк. Мне говорят, что он работает, но всегда, когда работает аквапарк, льется вода с горок. Здесь она не льется. Возможно, они ждут, пока появятся люди, пойдут туда специально включать воду. Не знаю. Но я сюда хочу. Кстати, вот аквапарк, а вот мой номер. Бассейн красивый, здесь все хорошо, тепло, да. Но, опять же, за счет того, что в январе в Хургаде ветра, даже на бассейне людей практически нет, буквально 2 человека лежат, загорают. Поэтому мой совет, если ехать в Египет, обязательно едьте в любой другой месяц, но не в январе. Я сюда приезжаю 3-й год подряд в январе, ну, потому что у меня январь более свободный по работе. И здесь каждый год постоянно ветер, и здесь холодно. Вот, на бассейне людей очень мало. Но это не мешает людям наслаждаться отдыхом, пить коктейли и загорать. По крайней мере, даже если ветер, вы все равно загорите. You have coffee? Americano? Да. One americano.
What? Milk? Yes, milk. No. Вот сразу сам отель. Вы выходите с ресепшена, проходите на улицу, и здесь сразу есть первый бар. Есть сок, есть кофе, есть чай, американо. Да? Окей, thank you. Вот. Сразу вам приготовят кофе. А сейчас я хочу ответить на один из часто задаваемых вами вопросов. Кстати, я читаю все ваши комментарии под моими видео. Зачастую стараюсь всем отвечать на комментарии. Также, если у вас какие-то вопросы есть по отелю, можете писать мне в личку в Instagram. Что знаю, вам подскажу. Все мои выпуски с Хургады, а это отель Белла Виста, Роза, Сигал и Рома, я снимал, потому что они находились все практически в одном месте. Это центральная улица, Шератон, и между отелями расстояние буквально 200-500 метров. Очень близко друг от друга, поэтому я мог особо не ездить на такси по городу, не добираться маршрутками к отелям, а просто снимал те отели, которые находились возле того отеля, куда я покупал тур. Я через Booking бронировал на одни сутки жилье и их снимал. Сейчас я в отеле La Rosa, и вместе с вами мы забронируем новый отель, и уже в следующем моем выпуске увидите обзор с этого отеля. Вот список отелей. Вот. Миномарк. Все включено за сутки с человека, самый простой номер, $26. Вот сразу приходит мне уведомление на почту, что я забронировал отель. Смотрите, ваше бронирование подтверждено. Отель забронирован, поэтому ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал и обязательно бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующий влог. А следующий выпуск будет с отеля Миномарк, номер в котором я только что вместе с вами забронировал. Берем тарелочку и идем кушать. Меня очень заинтересовало это мясо. Мясо, которое готовится на гриле. Здесь почему-то есть огурец, помидор, спаржа. Сразу картошка фри. Да, спасибо. Так, а что здесь? На мясо, да? О, дайте рыбу, пожалуйста. Рыбу и... Смотрите, и вот то мясо. Да, вот такое мясо. Говядина тоже, да? Окей. Из мяса говядина, рыба и, скорее всего, где-то есть курица. Но я уже не буду брать курицу. Это курица, да? Одну маленькую. Да, есть курица, есть два вида говядины, есть рыба, картошка фри и с чем-то вкусные блинчики. Это оставлю, возьму новую порцию чего-то. Молочный суп и? Макаронный суп. Давай макаронный суп. Есть два вида супа, молочный и с макаронами. Я молочный не хочу, поэтому буду кушать с макаронами. Надо попробовать сладости. Сладости в Египте очень вкусные. Вот что-что, а сладости всегда вкусные. Может быть невкусным сыр, может быть невкусный вот такой вот немножко. Может быть невкусный сыр, может быть невкусная колбаса, но сладости всегда очень вкусные. Еды я набрал, сейчас буду все это пробовать. Взял то, что мне больше всего в прошлый раз понравилось, это желейки и два вида пирожных. Взял одну мандаринку, немножко салата и попробуем рыбу, курицу и говядину. Я кушать. Курица, она жареная, в сухариках. Безумно вкусно. Взял только одну штучку, потому что мне такого много кушать нельзя. Теперь тефтельки из говядины. Волшебство.
такие тефтельки с перчинкой. Так, и рыба, надо ее нормально докламать, не буду перед вами ее кушать. Картошечка фри. И меня сильно интересовало, с чем же блинчики. Что внутри? Внутри мясо, скорее всего, говяжий фарш и сыр. Ценки. Ой, ценки. Здесь сразу подойдет официант к вашему столу, спросит, что вы хотите пить, и принесет вам прям на стол напиток. Будь то алкогольный, безалкогольный, кофе, сок. Вам не нужно ходить. Примут вам, у вас заказ и вам принесут. Желейки очень-очень вкусные. Они густые. Они густые и вкусные. Безумно вкусные. А теперь самое время пойти искупаться в бассейне. Ветер немножко стих, солнышко вышло, бассейн подогрелся. И сейчас пойду купаться. В самом начале вода еще холодная, а если пройти дальше уже, она больше прогрелась, и сюда я сейчас не буду прыгать. В Египте уже вечер, я уже переоделся, немножко поел фруктов, которые были у меня в номере, проголодался и сейчас иду на ужин. Я уже в предвкушении того, сколько сейчас будет еды, надеюсь, вы тоже. Собственно, сейчас тут особо и делать-то нечего. Сидишь, загораешь либо возле бассейна, либо на баре, либо в номер, потому что холодно, январь, ветра. Поэтому выпуск не очень, чтобы будет разнообразный по мероприятиям, куда я хожу. На экскурсии тоже мне ехать не сильно хочется, потому что понимаю, что в море тоже будет сильный ветер, будет холодно. Поэтому сегодня практически целый день провел в номере, купался в море, купался в бассейне, посещал завтрак, обед, ужин. Да, собственно, все. Поэтому переключаемся на ресторан. Thank you. Суп с курицей. Так, друг, что это? Курица? Перепелка? Здесь даже перепелка есть. One small, да. Наша птасечка, перепилочка. Заезд чуть-чуть.
сердце стукает, сердце бьет. Картошку 2 штуки. Впервые в отеле Переполка. И это все мясная тарелка. Курица, утка, перепелка, рулеты начинены, рулеты с чем-то еще мясные. То, что я люблю, очень много мяса. Ставлю эту тарелку и иду за сладостями. А теперь пройдемся по салатам. Салаты разные, не знаю даже с чего бы, чтобы мне выбрать. Весь мой ужин передо мной взял куриный супчик, сейчас буду пробовать. Взял 2 вида салата, канапешку и набрал мясо. Буду наедаться мясом хоть здесь, потому что это первый за... Я уже сбился. За последние 7 или 6 отелей, где такой большой выбор мяса. Поэтому, когда в отеле мясо, наедайтесь тоже. Попробую сейчас супчик. Слушайте, безумно вкусно, вот честно. Не то, что приукрашиваю, вот реально вкусно. По мясу попробую рыбу. Виски кола. Рыба вкусная, слушайте. Перепелочка, перепелочка. На вкус как курица. Смажена картопля. В кожушках. Мне в ресторане все очень нравится и все очень вкусно. Теперь осталось написать вам в комментарии под этим видео, понравилась ли вам еда в ресторане. Остались ли вы довольны разнообразием еды в ресторане? Я думаю, что администрация этого отеля по-любому читает отзывы ваши, комментарии под моим видео. Поэтому, если вы чем-то были недовольны, обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Ну, а я буду кушать дальше всю эту еду. Пожирающий взгляд, я думала, она меня съест. Уже заходит, день заканчивается, а мне пора делать итоги моего отдыха, очередного отдыха в отеле La Rosa, или же бывший Wells.
Поселился я сюда, как всегда, на одни сутки, бронировал номер через Booking. Стоимость проживания на одни сутки стоит $45, но если ехать вдвоем и ехать на тур 6-7 дней, то стоимость проживания в среднем $500-600 за двоих, в зависимости от дня. Но лучше узнавать цены у своего туроператора, потому что цены в зависимости от дней и в зависимости от праздников могут часто меняться. Мой прошлый визит был 15 ноября, ровно 2 месяца с моего сегодняшнего пребывания здесь. На тот момент отель еще был закрыт и готовился принимать туристов ровно через неделю после того, как я здесь снимал свое видео. Но в итоге, как мне писали туристы, они хотели после просмотра видео сюда поехать, полететь, отдохнуть, но отель отменял брони, потому что так еще не открылся. Скорее всего, из-за того, что было мало желающих, было мало туристов, поэтому они не открывались. Как я понял, где-то числа 10-15 декабря отель начал свою работу, и сюда поехали туристы. Когда я снимал обзор в прошлый раз, отель был еще закрыт. Я многого не видел. Ресторан был закрыт, я не знал, какая там по факту, какая вживую будет подача еды, сколько будет еды, можно ли будет там наесться, потому что когда дают, предоставляют рекламный ролик, там одно по факту, а приезжайте совсем другое. Еды очень много для завтрака, по крайней мере, по сравнению с другими отелями. Был я в обед. Я специально прихожу под закрытие ресторана, когда людей уже мало, когда можно без очереди все взять себе покушать, снять видео вам и спокойно рассказать. В обед еды тоже было много. Огромный выбор сладостей. Около 20 разных видов пирожен, желе. Из фруктов были апельсины, мандарины, финики, гуава, яблоки, дыня, фруктовые салаты. Из мяса курица, говядина и рыба. Кстати, это первый ресторан при отеле, там, где я был за все время, где готовят бургеры, а потом еще разогревают их в гриле, и в итоге ты получаешь горячий подсмаженный бургер. Вкусно, наверное, потому что я не пробовал, куда мне еще бургеры есть. Я лучше мясо поем. Есть тренажерный зал, он бесплатный. Есть Wi-Fi, он бесплатный, как на ресепшене, как в холле, возле бассейна, в номерах. Wi-Fi бесплатный, пароль, логин находится на ресепшене. Работают бары. В самом холле отеля работает бар с 13 до 24.00. Да, до 24.00. Потому что меня удивляло, как это бар закрывается в 10 вечера. Я всегда после ужина люблю погулять по городу, скупиться, накупить сувениров, вкусняшек. Не спеша вернуться в отель. Возвращаюсь в отель где-то часа в 22-22.30. После возвращения хочу пойти на бар, выпить коктейль. А бары во многих отелях в 22.00 закрываются. Также в Ларосе есть 4 ресторана. Это Тора ресторан, Тапнури, итальянский и рыбный ресторан. Они идут по системе Ля Карт, поэтому посещение этих ресторанов уже лучше уточнить при поселении на ресепшене. Какие рестораны вы можете посещать? И когда лучше туда записаться. Я на эти рестораны не претендую, потому что понимаю, что у меня всего лишь одна ночь, и вряд ли эти рестораны входят в стоимость моего проживания. Поэтому я вам, к сожалению, их не покажу. Здесь, кстати, прописано, для резервации ресторанов одного из этих четырех, пожалуйста, обратитесь на ресепшн, то-то, итальянский ресторан, возможно, разовое посещение бесплатно за все время отдыха. Что касается тура на одного либо на двоих, на семью, то лучше напишите своему турагенту, скажите, что вы хотите в Хургаду полететь, что вы хотите в отель Ларос, и пускай вам, исходя из ваших дат, скажет стоимость на тур в этот чудесный отель. По номеру рассказал, бассейн. Бассейн подогревается. Я трогал водичку еще утром, она была холодная. А буквально вот когда я шел на обед, потрогал, то вода уже теплая, подогретая. Кто-то говорил, что даже температура воды плюс-минус 26 градусов. Если я правильно понял, могу ошибаться. Но тепло. Я окунался, вам показывал. Море. Море теплое, если бы не ветер. Купаться можно, но когда вы ходите с моря, обязательно сразу хочется набросить на себя полотенце, потому что ветер дует, вам прохладно, ветер щекочет вашу кожу, и хочется поскорее что-то зарыться, закунуться, чтобы согреться. Так что номер мне понравился. Даже приятно было то, что здесь вот такая большая
вот такая большая корзина с фруктами. Здесь гуава. Виноградинки, пироженки. Гуава, яблоки, мандарин, апельсин и гранат. Я обожаю гранат. Правда, гранаты в Египте. Упала. Правда, гранаты в Египте. А, нет, еще дыня. Дыня, вот дынька, смотрите. Дыни я не ем, поэтому оставлю декор здесь. Я обожаю гранаты. Правда, в Египте они не такие вкусные, как у нас. Но все равно кушать можно. По отелю, в принципе, все. За море рассказал, бассейн рассказал. А, номер показал, тоже вам рассказал. Питание рассказал. Что вам еще рассказать? Если вдруг я что-то забыл, или вам интересно что-то узнать, комментарии оставляйте, спрашивайте. Я на них отвечу, стараюсь практически всем отвечать на комментарии, если что-то вас интересует, а я это не проговорил. На этом, собственно, все. Это был отель La Rosa. Второй мой выпуск за последних 2 месяца. Показал вам, как живет отель с туристами. Я старался туристов не снимать, потому что, сами знаете, не каждый хочет, чтобы их снимали. Поэтому даже посещал рестораны, когда мало людей было. Также мне было безумно приятно с вами встретиться вживую, зная, что смотрят этот выпуск те люди, которые видели меня в отеле, услышать ваши отзывы про отель, потому что я же снимал, когда отель был закрытый, вы поверили мне, доверились мне и приехали сюда, все-таки не прогадали, подходили и в ресторане, приходили и возле бассейна, и возле моря. Общались, я общался с моими подписчиками, они смотрели мои видео перед поездкой в этот отель, и мне приятно, что вы остались довольны выбором отеля, что вы не разочаровались и выбрали правильный отель для своего отдыха. Меня зовут Саша Гуржий. Обязательно бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск с нового отеля, который буквально через 200 метров от La Rosa. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, там в закрепленных сторисах моменты, которые не вошли в этот выпуск. Поэтому подпишитесь, посмотрите тоже сторисы. И на этом, собственно, все. Пока, до новой встречи, а встреча будет очень скоро.